Видимо, кролик приходит с одной стороны, а... Эй, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты кто? Ты куда нафиг? Пошел нахер! Отвали от меня, чувак! Куда? Что с тобой делать? Всем море приветов, друзья! Конечно же, я Нептунчик, и мы сегодня будем продолжать приходить Efton's Lament. Это очень-очень старая FNAF-пародия от создателя Flatline, и я очень хочу ее пройти. Я вообще пройду почти все его старые игрушки, там весьма неплохие FNAF-пародии есть, включая Efton's Workshop, вроде бы, и Limbering что-то там. Night, что ли? Climbering Knight. Как-то так игра называется, тоже очень даже неплохая FNAF-пародия. Но это все будет дальше. Итак, четвертая ночь. Мы остановились именно здесь. А мы и будем продолжать. Давайте вам вкратце объясню. Вдруг кто не смотрел первую серию или забыл, вам объясню. Кратенько так. Главный принцип этой игры. Вот этого не было, подожди. Нажмите пробел, чтобы активировать элеватор. Я был вызван вниз, что-то там, в свои сны. Время. Время узнать правду обо всем. Спускайся вниз, время. Лицо Фонгая. То есть, время встретить лицо Фонгая. И он... Он, типа, ему нельзя доверять. Окей. Фонгай какой-то. Вау! А чё это какая-то новая... Новый геймплей! Я-то думал, что... Ну, я также буду в офисе сидеть. Так, пробел, чтобы ударить током. Один раз попробовать, чтобы убить... левая дверь. Две минуты... А, нужно выжить мне 2 минуты 30 секунд. Пробил, чтобы ударить током. Вот, друзья, откуда зарождались, помните, все эти разнообразные игры во Flatline. Да кто смотрел Flatline, поставьте плюсик в чат. Ой, боже, я же не на стриме, да? Ну, напишите коммент. Типа, вот откуда все пошло. Помните, мы удивлялись, что во Flatline, в той FNAF-пародии, было очень много разнообразного. То есть там мы не сидели в офисе тупо. Мы всегда делали какие-то разные действия, там были разные всякие вот такие вот игры. И вот откуда все пошло, отсюда. Тут куча разного, видите, даже, блин, в самой первой его FNAF-пародии. Так, я только что ударил его током, и он пропал. У него там наглые зенки горели в темноте, вон там, в той дырке, видали, да? Вот реально, поставьте, блин, опять же плюс в чат. Я не на стриме, чувак! Нептун, алло, ты не на стриме? Окей. Так, вон он. Что делать? Кликать, пробелом бить? Бить пробелом, бить током. Чем бить? Или не бить? Подождать? Подождать. Давайте подождем. Какая зубастая пасть, а? То есть он пропадет, потом появится вот здесь. Когда он появится вот здесь, нужно бить током. Ну, как я понял, да, видите, пропал. Теперь ударяем током, и он возвращается обратно. Или нет. Или... А, все, он здесь. Мне выжить нужно всего лишь 2,5 минуты. Я не понял, это что, Фонгай такой? Так, тихо. А это Фоксиан. Охренеть, у него какие-то странные пропорции, чуваки, смотрите. Большое тело, маленькие ножки, накачанные руки, смотрите, он бицуху качал, походил, в спортзал любил ходить. Черт побери. Так. Celebrate. Звезды. И это я реально под офисом, там снизу. Мне любопытно узнать, а как он убивает? Черт. Конец смены. Я уже реально хотел ничего не делать. Ночь номер 5. Да, вторая ночь прошла довольно быстро. И мы где будем, опять в офисе? Или все же нет? Давайте посмотрим. Да, мы будем в офисе. Так, значит, пришло время кратко вам объяснить о суть дела. Да, конечно.
Значит, смотрите. Есть у меня 4 места, куда приходят аниматроники. Вот он, например. Вот видите, Фокси. Employee Lounge. Вот. Он в... Все, он уже пришел ко мне, да? Здрасте. Но он уже в офисе. Короче, заходим сюда. Вот аниматроник. Circuit Controller. И нажимаем офис. Чик. Все. Все аниматроники в офисе типа исчезают. То есть мы смотрим, на какой конкретно, на каком месте аниматроник. Вот, например, East Hall, да? Заходим в панель управления аниматрониками, выбираем East Hall, нажимаем вот сюда. И он пропад... Так, иногда провода ломаются, видите, можно чинить. А, East Hall, все правильно, вот, нажал. Все, он пропал. Он, видимо, опять прибежал. Так, это дичайшая скорость. А, море! И Фоксиан! Так, подожди. Против Фоксиана это значит офис, нажимаем. А против марионетки это вот нам нужно зайти в Music Corner и вот сюда нажать аудио. И марионетка пропадает. Да блин, подожди. Так, чиним провода. Иногда время от времени провода ломаются, нужно их починить. Но еще это и не все. Вон, видите, power снизу, 26-25. Вот, нажимаем power recharge, зеленая кнопочка, и перезаряжаем наш... О, Фоксиан, охрененная скорость. Пятая ночь, неудивительно. Так, офис. Все, всех прогнал. Так. Главное, вот, видите, опять в employee пришел. Нажимаем employee. И прогоняем. Так, East Hall никого нет, вент никого нет. Так, тут вроде как никого нет. Окей. Все, тихо, 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 тихо. Тихо, говорю, тихо! Так, марионетка, видите, выглядывает. Нажимаем аудио, и она пропадает. БГГ! Так, East Hall, идет аниматроник, и он что, уже пришел ко мне? Ни хрена, это Чика, это жуткая Чика. Так, офис нажимаем. Все, пропало. Так, сразу заранее все понажимаем. Так, East Hall пусто, вента никого нет. Employee Lounge никого нет. А, Фоксиан пришел. Опа, все. Hasta la vista, baby. Бах. Марионетки пока нет, East Hall пустая, Apple пустая, вент пустая. Так, перезаряжаем генчик и выживаем дальше. Здрасте, Чика, как дела? Так, нажимаем. Так, тихо, тихо. Тихо. Ломаются провода? Hi. Какой хай? Не надо мне хай. Ага, опять Чик пришла. Это employee Чика. Все, три. Друзья, 3 часа ночи. БГГ. О, вон, 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 вон. Так, тихо. Офис нажал. Там, вон, вон, видите, выглядывал вот в этом месте. Тоже порой приходит аниматроник без звука и без каких-то оповещений, поэтому нужно иногда чаще проверять то, что у нас в офисе происходит. Порой аниматроники очень быстро сюда юркают, и хрен их заметишь. Черт, провода. Опа. Мерзкие провода, так, Фокси, employee. Продолжаем выживать, кстати. Вообще, знаете, на самом деле здесь можно довольно читерски играть. То есть, смотрите, как можно по-читерски пройти ночь. Любую причем. Врубаем на камере обязательно... Так, провода. Обязательно марионетку, потому что кнопка аудио сохраняется потом везде. Включаем панель управления аниматрониками и все. Hi. То есть так мы, получается, прожимаем все. И неважно, где аниматроники, они будут, ну, отпуганы. Напуганы. Вот и все. Можно тупо сидеть вот на этом экране и спокойно всех прогонять. Идеальное прохождение. Я тем временем прошел смену. Пара-па-па-па-пам. Так, здесь остались еще 4 души, покинули, чтобы спастись. Одна остается запертой, но ты нуждаешься в выживании больше ночей. Окей. Так, все. Ну, типа, chapter 1, part 1 я прошел. Значит, переходим, типа, во вторую часть, наверное. Так, реально все, options. Так, фуллскрин, Windows, mods. Мышка, у меня мышка пропала. Эй, алло, мышка! Мышка! Мышка, не пропадай! Реально, мышка пропала, что делать? Фух, мышка вернулась. Значит,
Больше никаких секретных ночей здесь, ни Custom Night, ничего такого нет. Но мы можем перейти, нажав Enter, в Part 2. Так, значит, вот он, Part 2. Продолжаем. Мы уже пробовали в первой самой серии, да, протестировать, что это такое. Тут еще одни ночи, то есть еще одно выживание, но немножко по-другому. Музыка, знаете, по-моему, с первого ФНАФа, да? Так, ночь первая, время 12. Контрол, чтобы использовать фонарик, подсвечивать главный коридор. Или окно стола, да? Так, могу посветить. Не знаю, бесконечный у меня фонарик или нет. Так, я могу делать вбок. Тут фонарик у меня не работает, ну, просто, видимо, смотреть. Можно вправо посмотреть, но почему вправо он тупо убегает в угол. Я не знаю для чего. Ну ладно. И можно смотреть назад. Так, тут вот есть кролик. И, кстати, тоже можно подсвечивать. У меня вот ноутбук есть. Круто. Чтобы зайти в ноутбук, нажать нужно Enter. Посмотрим. Sweating room. Комната костюмов. Здесь есть аниматроники. Плюш корнер, пати рум. А, переключает только Z или X. Клавиши именно клави. В плюш корнер есть аудио. Ого. То есть этот аниматроник, этот кролик, видимо, убегает. И когда он убегает, нужно нажимать на аудио, чтобы вернуть его обратно. Окей. Здорово. Блин, спрингбони как будто какой-то. Так, еще один жуткий эндоскелет. И там еще какой-то кролик. Тут очень много кроликов. Какого хрена так кроликов много? О, медведь. Нормально. FNAF Play сидит. FNAF Playчик. Здоровенькая, как жизнь молодая. Ты что же забыл в этой игре, а? Так, шляпки, шляпки, шляпки. Шляпки, шляпки, во. Enter, чтобы выйти. Нажать Enter дважды. Экзитинг какой-то. Это что? Это я как? Куда я? Ага, все. Так. Я пока не понял, как мне прогонять аниматроников. Может быть, как-то появляется здесь, мне нужно, наоборот, убежать в угол? И заныкаться здесь, к примеру, да? А когда кто-то спереди, нужно просто подсветить. Тут никого нет. На носик нажать не работает. Планшет. Плюш убежал. На место вернись. Так, ну и в общем-то все. Аниматроники ходят сами по себе, я не знаю, что с ними делать. Куда там кликать, что нажимать. Ладно. Думаю, что выживем, да? Опа. Что с ним делать? Подожди. Светом светить? Или убежать? Подожди, давайте убежим. Свет, по-моему, на него не работает. Вот впервые кто-то пришел. Окей. А, реально, вот, вот как убегать. Ну, точнее, вот как выживать. Когда приходит аниматроник, нужно, типа, убегать в угол и сидеть тут дрожать от страха. Хорошая игра. Так. О. Не убегай, сидеть здесь. Это твое место. Нужно его, знаете, жвачкой там, жвачку поставить на стуле, чтобы его жопой прилипло. Так, а еще знаете, что я нашел? Смотрите. Вот он. Вот где FNAF Play, тут типа есть аудио тоже. То есть чисто в теории он может, видимо, убегать. Тоже, но типа пока он не активен. Окей. О! Да стоять ты! Стоять, говорю. Никого нет? Никого нет? Никого нет. Фух. Продолжаем выживать. Слушайте, прикольная игрушка, на самом деле, дико простенькая, но мне по душе. Так, проверяем планшет. Это на месте, FNAF Play там, где он, на месте, нет? На месте. Больше аудио нет. Вот этот кролик ходит, да? То есть, как только он пропадет с камеры, вот он сейчас в Sweating Room. Видимо, когда он пропадает, то, значит, он приходит ко мне. Фредбер вроде стоит без движений. А, я прошел ночь.
Ночь номер два. Думаю, что мы по фасту еще и вторую ночь тоже пройдем. Бутинак, симулятор. Я играю, видимо, все-таки за охранника, раз я убегаю от аниматроников, да, по сюжету. И любопытно мне это все узнать. Там еще какие-то типа души. Я нашел почти все души аниматроников. Видимо, их освободил. Но еще пара душ осталась. И нам нужно в этой, в части номер 2, то есть парт 2, видимо, остальных душ как-то освободить, поймать. Не знаю. Что-то, в общем, сделать, чтобы в итоге все было хорошо. О! Фредбер? Что с тобой делать? Куда бежать? Сюда? Так, ныкаемся. Видимо, кролик приходит с одной стороны, а... Эй! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты кто? Ты... Куда? Нафиг? Пошел нахер! Отвали от меня, чувак! Куда? Что с тобой делать? Планшет помоги мне использовать. Нет, не помогает. Так. Зашибись. Это он меня... Это Фредбер на меня нападает или как? Ты долго будешь на меня смотреть, чувак? Ты мне как бы мешаешь. Ну, зашибись. Уже час ночи, он все прицепился ко мне и не хочет уходить. Да боже! Ты бесишь. Да слезь ты с моего лица, чувак! А-а-а! Это, видимо, вот этот кролик, да, прибежал? Он прыгает на мое лицо. Смотрите, я нажал аудио, и он пропал. Все, я понял. Так. Еще раз Enter. Никого нет. Никого нет. Все, я понял, как выживать. То есть, это не смертельный аниматроник. Он просто прыгает на мое лицо и мешает мне играть, загораживая экран. Это потому, что я немножко профукал... Ну, того... Вы поняли, да, кого? Кролика? Которого мы типа делаем, так? Вот он, вот этот. Он прибегает ко мне и цепляется мне прям на мое личико. А FNAF-плей где? Он на месте. Окей. А чё? О, что-то огромное смотрит прямо в камеру. Мне это не нравится. Так, опа, здорово. Так, ныкаемся. Смех Фредди. Ага, от него также можно спастись. Вот, еще один, нормально. Так, ныкаемся. Они толпой приходят, нифига себе. Надеюсь, этого хватит. Обратно. Никого нет? Да ты прикалываешься, подожди. Как тебя, от тебя убегать? Три ночи уже. Но однажды все-таки убегал. Убежал. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Возвращаемся. Никого. Фух, все. Отпустила. А ты давай на место. На место, чтобы сидел здесь и никуда не ушел. Пока не съешь кашу. Вот кашу съешь, тогда можешь гулять. А пока сиди дома. Сиди у себя на стуле, блин, на своем тупом. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты кто? Ты кто? Ты мне не нравишься. Никого? Ныкаемся. Шш. Тихо. Тихо. Он может услышать наш шепот. Бэ. Я мастер маскировки. А тем временем уже 5 утра. Все же не ночь, а именно утро. Так. Вот, кстати, вот с левой стороны, вот здесь еще ни разу никто не приходил. Возможно, на последующих ночах, допустим, на третий, на четвертый или на пятый, а ночи там тоже кто-то будет приходить. Еще FNAF-плей должен ожить. Такие дела. Ночь 3. Ладно, друзья, давайте на сегодня, наверное, на серию хватит. Мы полностью прошли первую часть, парт 1, и сейчас проходим парт 2. Я знаю, что правильно, парт 2, но типа... Я люблю так коверкать произношение. Значит,
Ждите третью серию, еще раз повторяюсь, там будет все, вся финальная часть игры, полностью пройдем эту FNAF пародию и можем друг друга поздравить с прохождением еще одной FNAF фан игры. Спасибо всем за внимание, друзья, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео и непременно зовите друзей, потому что вместе веселее. Всем желаю крепкого здоровья, друзья, позитива и добра. Всем пока-пока.